Радиостанция ЕСУ ФТМ-400. В комплекте идет вот такой вот разъем-переходник. В инструкции я, честно говоря, не нашел этого описания. Вот. И, собственно, допонял сам, зачем он вообще идет в комплекте. Значит, смотрите. Если у нас стоит один динамик, вот, и этим разъемом мы тогда объединяем верхний и нижний канал приема, то есть два приемника, сводим на один динамик. То есть вот этот разъем для простого моноразъема, то есть для одного динамика. Если у нас присутствует два динамика, то мы этим разъемом можем не пользоваться. Видите, он стерео. То есть ищем простой стерео разъем 3,5, его распаиваем, вставляем в радиостанцию, и у нас получается верхний приемник один динамик, нижний приемник второй динамик. Но так как у меня сейчас динамики распаяны под моноразъем, то есть оба динамика, вот, мы ставим сначала переходник и сюда моноразъем. Если мы сразу воткнем в радиостанцию моноразъем, то один канал у нас будет слышен громко, второй с сильными искажениями. Поэтому это не неисправность станции и выходного каскада звука. Вот, это просто нужно пользоваться вот этим переходником. Все, спасибо.